Райцентр Ирыгинского района заполнен тяжелой техникой. В одной части проводят водопроводные сети, внутри села асфальтируют разбитые дороги. Рабочие усердно трудятся. По двум направлениям государственной программы в Ирыгинском районе построено 8 улиц. Несколько из них уже сдано, еще по некоторым подрядчики планируют досрочно завершить работу. О ходе планового ремонта в нашем следующем материале. Аксакал Алибек Сарин – старейший житель улицы имени Карабаева. С начала дорожных работ он контролирует их ход совместно со специалистами технического надзора. Аксакал следит за всем, что происходит. Раньше здесь была просто разбитая, запыленная дорога. В советское время ничего не делалось. И лишь благодаря независимости дорога наконец ремонтируется. Помимо улицы Карабаева, в Ирыгине в рамках программы занятости также ремонтируются улицы Кабыра, Жаман-Мурынова, Жургенова и 20-летия независимости Казахстана. Укладывается двухслойное покрытие и устанавливаются пешеходные дорожки. Есть водостоки и дорожные знаки. По проекту создано 70 рабочих мест, трудоустроено 35 местных жителей. Ремонтируем 5 улиц протяженностью 3 километра 600 метров. Будут обустроены тротуары. Еще одна часть внутриквартальных дорог в селе Ергис ремонтируется по программе АУЛ Ельбисеге. В прошлом году Бекмурат Баяубаев сдал в аренду свою технику и поступил на работу. Теперь он получает постоянную заработную плату и вносит вклад в благоустройство села. Я доволен своей работой, тружусь водителем на машине. Есть постоянный заработок, постоянная работа, все хорошо. На данный момент 4 улицы с асфальтным покрытием уже завершены практически, остались только лишь укрепление обочины, установка дорожных знаков соответствующих, нанесение дорожной разметки. При этом с Ирыгинского района на постоянную работу, на постоянной основе были приняты 8 человек на постоянную работу, а также задействованы свои специалисты в количестве 15 человек. Всего в работе, в проекте принимало около 30 человек. Было задействовано около десятка единиц дорожной специальной техники. Работа выполняется в качественный срок. Технический надзор пристально наблюдает за качеством выполняемых работ. Всего на ремонт дорог в новой южной зоне села Ергис выделено 249 миллионов тенге. По плану их необходимо было сдать в эксплуатацию в конце сентября. Но подрядная компания готова порадовать сельчан и завершить работу в этом месяце. Владимир Федотов, Алия Таласова, Жанадиль Сагеев, телеканал Актобе.